Это точно это R0, да? Ух ты, сейчас он треснет, мне кажется. Ни хрена себе, он колени создает, копает. Красиво. Единичка или двойка? Давай. Это самый интересный кадр. О, тоже боком ставит. Ух ты, кто там такой вырулил? Начинается наше путешествие в Краснодар. Выезжаем вот в такую сырую, холодную погоду. Нелетную. Да, можно сказать нелетную, но проезжабельную. Ну, 8 марта же, чё? Сегодня 8 марта, и мы едем на Дарья Трофи. Ура! Но мы едем в Краснодарский край, надеемся, там будет погода получше. И те 3 дня, которые мы там проведем, будут интересные и запоминающиеся. Ну, а пока вперед. Нам предстоит дорога в 500 километров. Продолжаем движение по Кавказским минеральным водам. И слева небо расчистилось. Въехали в Краснодарский край. И он встречает нас солнечной, оптимистичной погодой. Это радует. Настроение отличное. Двигаемся вперед к намеченной цели. Въезжаем в республику Адыгея. Едем дальше. Уже проехали 290 километров. Остановились на берегу небольшого озерца перекусить. Затеиваем маленький пикничок. Погода радует. Обалденная погода. Плюс 19 градусов. Практически попали в лето. У нас в Кисловодске все праздники идут дожди, по прогнозу, а здесь натуральное лето. А мы в теплой одежде. Зимних сапогах. Самое интересное, мы абсолютно не подготовились. Я во флисовом костюме. По прогнозу говорили, будет так пасмурно и плюс 9. Сегодня плюс 20. Что делать? Мы не подготовились. Нет легкой одежды, нет легкой обуви. Просто жесть. Ну, будем надеяться, что погода немножко испортится, чтобы наша обувь и одежда оказалась в самый раз. Хоть как-то да сочеталось. Практически прибыли на место, остановились возле большого скопления людей. Оказывается, команды, 6 команд, Ростовская область, Краснодарский край, участвуют в скалолазании. И вот сейчас должны пострадавшего, ну как, условно пострадавшего, эвакуировать, поднять. Вон второй. Там третий. Проводятся такие соревнования. Очень красивая река течет. Пока для нас безымянная. Но сейчас попытаемся узнать. Отлично, да. Прям отличные виды. Прям нравится мне здесь уже. Толпой поднимают носилки. О, дастер сзади какой-то. Не наш? Не знаю, но не коричневый. Приехали к месту нашего размещения. Крымская поляна. Всем привет! Вы находитесь на канале Каспер Студия. И с вами я, Андрей Каспер. Мы уже множество раз принимали участие в различных покатушках по территории Кавказских минеральных вод, а также соседних республик Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Сегодня мы решили расширить границы наших покатушек и приехать на встречу с друзьями из Краснодарского края. Мы будем участвовать совместно с ними в ХДП «Дарья Трофи». ХДП – это хорошая дружеская покатушка. А «Дарья Трофи» получила свое название, потому что в далеком 2006 году у одного из ее организаторов, Ветала, родилась дочь Дарья. Сейчас 2018 год, соответственно, покатушка проводится уже в 12 раз. На это мероприятие собирается множество различных экипажей, которые едут по маршрутам разной категории сложности. Мы планируем принять участие командой из 5 автомобилей, среди которых будет 4 Renault Duster и 1 Chevy Niva.
Мы хотим для начала попробовать свои силы в категории ТР-0, в сложной части. Там есть две части, лайтовая ТР-0 и ТР-0 посложнее. Но все это будет завтра, 9 марта. А сегодня, 8 марта, день прибытия. Сейчас будем отдыхать после 500-километрового пробега из города Кисловодска. Ну и встречать 8 марта, как полагается. На этом пока все. Пошли бухать. Пошли. Прибыли на место. Здесь собралось уже множество разных экипажей. Это только те, что стоят на стояночке. Еще много стоит на шоссе. Здесь идет регистрация участников. Мы уже заполнили документы. Сейчас пойдем сдавать, получать наклейки, номер участника. Это не видео? Видео, да. Все нормально. А вот такой результат у нас получился. Думаю, для первого раза пойдет. Отлично. Подтягивается все больше и больше машин. Паркуется на шоссе вдоль трассы. Не все выступают на таких автомобилях, как у нас. В категории ТР-0. Есть вообще гигантские УАЗики. У него высота, наверное, тут 2,5 метра до крыши. Безумно огромный. Вот рядом стандартная Нива, хотя тоже не стандартная, увеличенная. Оригинально установленные машинки, вот в таком положении. Надеюсь, мы свои Дастеры сегодня не поставим такие условия, а нормально проедем весь загруженный трек. Переходим к обзору автомобиля, участвующих в пробеге. Редон Дастер болотного цвета. Всем привет. Ну, собственно, сама машина, полный сток, двигатель дизель, стандарт, колеса стандарт. Единственное, что лифт плюс 30 мм проставками. Все, следующий. Так, Александр. Дизельный Дастер 1.5, колеса Гудрич. МТ-шный, 29-е, стравленные до 1.2, блокировок нет, ESP нет. Полная защита днища. Лифт 3 сантиметра. Так. Стандартная комплектация. Резина АТ Якорка. Хорошо. 27-я. Угу. Дизельный, да? Дизель. Хорошо, все, лифта никакого, ничего нету, да? Ничего нет. Угу. Защита днища? Да. Да, так, картер и топливных трубок, и все, да? Редуктор еще. И муфт еще, все хорошо. Собака. Опа! Так. Мимо проходит колонна ТР-0. Кстати, довольно-таки приличные автомобили. Так, единственная Шнива в нашей команде. Расскажи. Шнива стандарт. Колеса стандарт. Колеса чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. 28-е. Ну, почти 28. Да, лифт есть? Нет. Блокировки? Нет. Все, ну резина МТ-шная, по крайней мере. Комфорсеры, все. Так, ну и обзор моего Дастера. В принципе, кто давно смотрит канал, те знают. Но, тем не менее, сейчас объясню. Здесь у нас единственный бензиновый Дастер. У нас получается в команде 3 дизеля и Шнива. Так, а у меня бензиновый Дастер 2 литра. Резина стандартная 27-я, но зимняя. Лифт сделан 35 миллиметров за счет амортизаторов и блокировка Иштирна. В остальном стандартный Дастер с минимальными. А, и резина стравлена до 1.2 стравить сразу. Смотрите-ка, все равны как на подбор. С ними дядька с него вот. Хорошо. Наша покатушка началась. Сегодня погода не так шепчет, как вчера. Вчера было плюс 19. Солнышко, красота, тепло. Сегодня пасмурно. Мелкий-мелкий моросит, дождик, и температура плюс 3 градуса. Поэтому то, что мы вчера переживали, у нас будет слишком жаркая одежда. Нет, все оправдало со всей стороны. Мы подготовились правильно и одеты по погоде. Самый главный внедорожник. О, ну вот началась грязька. Включаем полный привод.
Север. Блин, надо было до схода проходить. Самый главный внедорожник бегает. Ну тут что-то из лайтовой дорожки превратилось вообще по-серьезки. Это точно ТР-нолик, да? Это нолик, да. Хороший такой ТР-нолик. Да? Это вроде как полный. Не, это полный, это полный, да. Полный. Да, вот. Немножко грязи. Застрял. Да у вас застрял, да, или Нива? Нива. А, Нива застряла. Все, будешь ты тянуть. Да, ну я бы не рисковал бы вытаскивать. Пошли назад. Замуфтовать надо. Да, альпинистский лучше, тросик, да, лучше, я думаю, динамочка. Лучше шаклами. Вот такая колонна скопилась. Ух ты, сейчас он треснет, мне кажется. Я что-то с разгону боюсь ее. Да треснет этот дверек, это ерунда. Так как на этот трос никакой надежды нету. Там или трос, или карабин, что-то опасно трещит. Размотали лебедку, сейчас вытянут лебедочкой. Ага, ну. Лебедка используется как обычный трос. Нормально. Да, вторую газу мне в пол. Разгон же. Ну да. Сейчас опять он встает. Стой! Да, блин. Давай, 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 ну. Да сейчас опять сядет. Он тормозит. Да, все, все, ну и что? Надо с разгона только брать такое препятствие. Сделай колею красивую, давай. Вот. Нет, это не красивая колея, опять в яму. Ой, я боюсь, я-то так ты боюсь. Да. Но у него катушки такие большие. О, он в разрез пошел. В разрез надо идти. Я самую нормальную. Ну, там нормально оно все пройдет. Ого. Несло его. А, ну, правее. Правее снесло. Надо правее, потому что надо левее, да. Левее надо, да. Что-то он там загреб. А, нет. Ну, что, сейчас санек. Смотрим, что... Давай еще кадастр.
прошел. Прошел. Синий дастер, давай. Колеса вправо, скажи ему по рации. Чуть-чуть. Вот. Офигеть. Не... Да, Сань, с разгона не надо. Если не идет, опять разгоняйся опять. Динамка, да, ее надо пошли. Слушай, нормально он прошел. Папа, у нас же. Все, накатали хайвей. Так, что-то тут бьются они. Внедорожники идут. Человек, ну, почти подготовлен. Дилетант. Дилетант. Здесь решили проехать альтернативным маршрутом. Правда, тут ветки. Но дорога гораздо лучше. В принципе, не сильно нарушают правила. Потому что царапают автомобиль. Сдаем назад, чтобы обеспечить разгон зеленому дастеру. Попытается еще раз зайти на этот подъем. Не смог подняться, снесло в глубокую колею. Там какая-то типа глины слева. И чуть-чуть не хватило. Вот он. Я заехал, вот там вот наверху стою. А ему чуть не хватило. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не упал в эту колею. В принципе, есть шанс выйти. Там не так глубоко. Пухи какие, а? Смог, смог. Лучше сразу приближать получается, а потом уже отдали. О, ну он на МТ-резине, глянь, может себе траекторию выбирать, в отличие от нас. А нас куда снесло, туда и снесло. Куда снесло на лысой, туда и снесло. Все, пойдем. Вот это я понимаю, лайт дорога. Да. Вот то, что, а то, что было до того, это было лайт. Но для дастера жесть. Да. Особенно баханье днищем, конечно, не понравились. Да. Блин. Мы догнали. Камней понакидали. Вот. Ну, вот такие этапы чередуются.
грязные этапы в мощной грязевые, и вот так дорожки полегче. Чтобы грязь с колес послетала. Ага. А самоочистится. О, уже сворачиваем с дороги, все. Полями, лесами, реками, горами. Красивые туманные виды, прям такая осенняя-осенняя погода. Хоть на дворе и весна, ну так, навевает что-то. Тоскливую позднюю осень. О, машинки красиво пошли. О. Меня несет волна. Волна. Что-то скучно едем, давно уже грязи не было нормально. Зона плохой видимости. Да, да, прям туманная зона, хорошая такая, ядреная. Все. Вот, лужки небольшие. Давай, Дайсон красивый. Красиво ушел в туман. Зеленый, да не различал. Единичка или двойка? Давай! Старшие братья! Конечно! Застреванцы-передовики. Поджерик застрял. Интересно, как он так? А, он на мост, наверное, съел, да, наперед? У него ходы подвески очень. Задротая машина сильно. Он такую купил ее. У него ходов подвески практически нет. Из-за этого он так застрял. Все ясно. Теперь я понимаю, почему он с нами поехал в лайте. А то удивительно. Такая огромная машина со шноркелем. Со всей фигней. А вместе с нами едет. Так, ты... Да, тут где-то предупреждали, что колея будет большая. Может быть, здесь? Не-не-не, он сейчас съедет, вообще не выйдет. А мы его хрен сдернем, если что. Он тяжелый, блин. Все, ни туда, ни сюда. Ну, я думаю, да. Разматывали. Не надо было, ты же нормально отъем, она была газом проходить. Он у меня вот тут остановился. Или мостом. Вот здесь он сел на мост. И все. Создал нам приличную колею для наших маленьких дастеров. Ну и теперь надо думать, как ему проехать. Да, в принципе, так же. В разрез колеи, в принципе, он-то может спокойно проехать сюда. Ни хрена себе он колеи создает, как, копает. А? Красиво. Может, чуть... Давай. Все, вытолкали, пошел. Вы вон сразу, ну, как-то так. Стаскивать будет, снимай.
Да нормально. Вообще не знаю, что он там застрял. Все-таки застрял. Да. Или не застрял? Давай, синенький. Пошли толкать его. Саня, я знаю, как назвать синего Дастера. Как? У тебя шока Дастера, он стока Дастера. Стока Дастера. Да мама, ты нам уже рассели. Все, и назад теперь дергаем. Все, харе, дальше не надо. Литые диски. У меня перчи там лежат еще. В общем, пока парковался туда-сюда, сзади, чтобы пристроиться к синему Дастеру и вытащить его. Тоже снесло. Примерно так же, как и под Джерика. Стащило вниз. Не получилось у меня красиво встать на ту дорогу вытянуть. Ну, в итоге решили дергать его вперед, а я просто попробую своим ходом отсюда выехать. А что, водитель, не? А, вы сесть не можешь, да? Да, я же к чему и говорю. Не, надо, чтобы газовала машина. Конечно, надо. Она на пузе сидит. Да. По-любому надо садиться, как без водителя. В окно залезь. О! Это самый интересный кадр. О! Все. Нормально. Как вылез, так и вернулся. Готов, давай. Пошел! Во, во. Во, сразу видно, старается. Не намотал, главное. Да пусть вытаскивают, ладно уже. До верха доедет, он не выйдет сам, смысла нету. Так там дальше опять такая. Ну, значит, так и будет ехать. Он тебе нашел клиента. Ну, следующий кто? Ну, я, наверное. Давай. Все. Сейчас я попробую. На сходку туда. Да. Пойдем толкать. Толкать. Я посмотрю, я за вас. Глянь как. Давай в лес его замаскируй, мы оставим. Давай, крокодатка. Оу. Да, ну от Вовы другого ожидай. Вова мастер своего дела. Откуда? Откуда будет? Вов, Китай, я же Вов. На меня тут конкретно носило. Из-за того, что заехал на травку. Было неспортивно подниматься по травке, пытался встать колею, поэтому ехал боком. Потому что не получилось сразу в нее встать. И здесь тоже неплохой участочек дороги. Не снято ранее, но сейчас попытаюсь снять.
Тут люди посерьезки решили газануть. Сразу видно, не в натяг идет. О, тоже боком ставит. Урбан Пре. Ну куда ему деваться? Ух ты! Кто это там такой вырулил? Это с другой категории получается уже люди. Ни хрена себе. Их, кстати, тоже тягает. Эть. Неожиданно вклинился в нашу мирную покатушку какой-то большой дымящийся джип. Создал дымовую завесу, чтобы никто не проехал. Не видел, куда ехать. Я снял, это было феерично. Едет X-Trail и вылетает Great Wall. Грязь в разные стороны. На этом наша поездка, конечно же, не окончена. Продолжение следует. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы и комментарии. А сейчас я предлагаю вам посмотреть другие фильмы о наших покатушках. Всем пока, с вами был Андрей Каспер.